Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать о новинке компании Wise Tiger. Это модель P3. Это беспроводная колонка в известном уже форм-факторе. Такая вот туба. Чем она привлекательна? Это 30 Вт, встроенный аккумулятор на 2500 мА. Хотя я думаю, что можно и побольше было поставить. Ну и плюс здесь... Кроме двух активных динамиков, еще есть два пассивных излучателя. Динамики здесь на 44 мм и на 80 овальный стоит еще. Поэтому получается общая мощность, заявлена производителем, это 30 Вт. Конечно, не особо верится, но колонка реально крутит, реально показывает себя довольно очень хорошо. Что нам еще здесь производитель обещает? Это Bluetooth подключение по версии 5.3, IPX7, как бы влагозащита очень довольно хорошая, можно брать с собой на улицу, на природу, на рыбалку, на отдых, в общем, она не пострадает от влаги. И что нам тут, до 20 часов работы, на этом данном аккумуляторе, конечно, не верится, но я думаю, что это, как обычно, бывает на 50% громкости, ну плюс еще и есть какие-то заморочки свои. Так, значит, из колонки можно сделать стереопару, для этого здесь даже выделена отдельная кнопочка, это сейчас модная фишка у беспроводных колонок. И что, ну все, я бы сказал, больше здесь ничего такого. Ну, время зарядки до 4 часов. Так, ну что, поставляется вот такой вот красочной коробочке. Есть три варианта исполнения. Это розовый, голубой и черный. Здесь нам производитель указывает, что все-таки до 20 часов время работы батарейки, 30 Вт и IPX7. Внутри коробки зарядный провод. Это обычный Type-C. Длина чуть более полуметра. И инструкция. Инструкция на нескольких языках, но русского нет. Что есть интересно, это в основном рассказано по кнопочкам, ну и плюс более раскрыты технические характеристики. Конечно же, можно ознакомиться, как я уже говорил, русского нет. Сама колонка представляет собой такую вот тубу, даже могу сказать точно ее размеры, это 72 на 188, длина 188, диаметр 72 мм. В руке помещается. Есть небольшая веревочка для того, чтобы ее удерживать. Здесь петелька. Значит, два динамика. Круглый, овальный. Не видно здесь, очень плохо видно. Здесь вот размещен круглый. Здесь по отверстиям видно, что это овальный динамик. Два пассивных излучателя. Ход довольно большой. Во время работы видно, как они работают. По управлению здесь кнопка включения. Светодиодный индикатор присутствует. Кнопка play, пауза. И выбор следующей мелодии, либо громкости. Разъемный не прикрыт ничем. Так что... Надеюсь, что он там внутри загерметизирован. Но опять же, если при использовании IPX7 подразумевает, я думаю, что он забьется грязью. Это, конечно, не очень хорошо. Так, регулировка подсветки есть. Такая вот логотип у производителя Wise Tiger. Регулировка по кнопке включения. Есть три варианта. Выключено, включено с медленным переливом. И с более побыстрее переливом. Обычная RGB подсветка. Кнопка создания стереопары, либо вообще отвязки от всех устройств. Кнопка включения-выключения, регулировка подсветки. Ну, эти кнопки я уже рассказал. Вот так вот выглядит новинка от компании Wise Tiger. Модель P3. Это 30 Вт. Аккумулятор 2500. Два динамика 44 и 80 овальный. Ну и IPX7.